Слышали ли вы о таком лекарстве, как метилурацил? Без преувеличения можно сказать, что оно должно быть в каждой аптечке. В этом видео мы расскажем о свойствах этого препарата, и вы увидите, что он способен творить чудеса. Для чего создан метилурацил? Основное назначение этого лекарства – способствовать восстановлению тканей. И оно прекрасно справляется с этой задачей в различных сферах применения. Во-первых, метилурацил способен быстро восстановить кожные покровы при различных травмах, включая ожоги и радиоактивное облучение. Во-вторых, он снимает воспаление и боль. В-третьих, участвует в образовании клеток крови и улучшает обмен веществ. И, наконец, комплексное воздействие метилурацила приводит к укреплению иммунитета и естественной защиты организма от множества болезней. Выпускают это средство в форме таблеток, мази и свечей. Каждый вид имеет свои особенности применения, о которых и расскажем далее. Кстати, есть у них совсем необычные свойства, которые будут интересны женщинам, ведь нашим подписчицам с помощью метилурацила удалось решить множество косметических проблем. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Что можно вылечить метилурацилом? В форме мази это лекарство применяют для лечения кожных заболеваний. Средний курс лечения составляет 7-10 дней, но может быть продлен до 25 дней при тяжелом течении болезни. Таблетки оказывают системный эффект и применяются для лечения серьезных заболеваний. Курс применения длится от 3 до 4 недель. Свечи служат для лечения воспалительных заболеваний прямой кишки. Их эффективность меньше, чем таблеток, но действуют они быстрее. Рассмотрим основные заболевания, при которых метилурацил имеет доказанную эффективность. Во-первых, это дерматит, рожа, герпес и иные кожные воспаления. Мазь с метилурацилом способна защитить кожу от ультрафиолета и восстановить ее после ожогов, в том числе радиоактивного происхождения. Для лечения таких повреждений достаточно втирать мазь в поврежденные участки кожи дважды в день от 5 до 25 дней. Таблетки метилурацила способны восстанавливать ткани даже во внутренних органах. Они активизируют размножение и обновление клеток и способствуют нормализации обмена веществ. Особо стоит отметить роль этого средства в образовании лейкоцитов. При постоянном приеме ряда лекарств или по причине заболеваний печени процесс образования лейкоцитов может быть нарушен. В результате начинает развиваться лейкопения. Это типичное состояние для пациентов, прошедших курс лучевой или химиотерапии. Восстановить нормальное состояние крови помогут таблетки метилурацила. Применяют их и при анемии различного происхождения. Еще одна сфера применения – дополнительное лечение панкреатита, гепатита, отравлений и интоксикаций, а также заживление эрозии слизистой оболочки желудка. В сочетании со специфическими препаратами для борьбы с этими недугами метилурацил позволяет добиться скорейшего выздоровления. В форме свечей это средство эффективно лечит трещины, эрозии и геморроидальные узлы в прямой кишке, а также уретрит и вагинит у женщин. В некоторых случаях врачи одновременно назначают свечи и таблетки. Что касается совсем неочевидной сферы применения этого мощного медикамента, то это косметология. Он без преувеличения способен творить чудеса. Во-первых, мазь метилурацила отлично справляется с морщинами. Ее применение всего за пару недель способно омолодить кожу лица. Во-вторых, это средство для восстановления сухих губ. Достаточно нанести мазь тонким слоем, чтобы уже через пару часов иметь здоровую кожу губ. Важно при этом не облизывать мазь. Третье свойство – лечение пересушенных кутикул. Для этого также достаточно однократного применения мази с метилурацилом. И еще одно полезное качество этого лекарства – восстановление сухой кожи на локтях. Намажьте их на ночь и утром увидите результат. То же самое и с сухими пятками, только слой мази нужно покрыть пищевой пленкой и надеть сверху теплые носки. Даже однократное применение даст результат, а если повторять эту процедуру в течение недели, то кожа станет как у младенца. Что касается противопоказаний,
то к ним относятся онкологические заболевания ЖКТ и болезни крови. А вы пользовались этим препаратом? Каковы результаты лечения? Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!